Очередной конкурс проектов в рамках программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 стартовал в начале августа. Тематика – сохранение наследия. Сумма грантов от 20 до 60 тысяч евро. Конкурсный набор открыт только для тематической цели наследия. Это два приоритета – сохранение культурного и исторического наследия и сохранение природного наследия. Важное требование для получения гранта в рамках программы – трансграничное сотрудничество. К примеру, белорусский организациям надо обязательно найти партнеров в Польше или Украине, а лучше сразу в обеих странах. Именно для того, чтобы помочь потенциальным конкурсантам найти коллег по проекту, и был организован специализированный форум поиска партнеров. Это второй форум поиска партнеров в рамках конкурсного набора. Мы пригласили всех потенциальных участников, которые могут и хотят участвовать в программе. И это представители некоммерческих организаций, государственных структур, наших служб, больниц, социальных служб, которые готовы принять участие из трех стран. Порядка 210 участников у нас на мероприятии и делегации, представляющие Польшу, Беларусь, Украину. К слову, успешный опыт сотрудничества у Польши, Беларуси и Украины уже есть. Это не первый конкурс и даже не первая трансграничная программа, которая дает возможность реализовать интересные и полезные проекты. Для поляков сотрудничество с Беларусью и Украиной очень важно по разным направлениям. От экономики до культуры и истории. Очень важно развивать взаимодействие именно между приграничными регионами. Города здесь не такие большие, как центральные, но также могут стать площадками для реализации интересных проектов. Если у вас есть проект или идея проекта, основной посыл которых – сохранение наследия, то принять участие в конкурсе еще не поздно. Крайний срок подачи заявок – 31 октября 2018 года. Уже ближе к лету 2019, вероятнее всего, будут определены обладатели грантов и начнется реализация инициатив.